И последнее, как происходит рост акций и дивидендов, это таблица, которую мы в новом году ее немножко преобразим. Я сделаю, скажем, не в Мирополисе, а в Цитриксе мы с вами сделаем встречу. Я вам покажу, как высчитывается рост акций и дивидендов для того, чтобы вы понимали, как вам это делать, как работать с этой таблицей. Ну вот здесь все можно увидеть. Сейчас я хочу чуть-чуть сделать, увеличить. Не знаю, как тут увеличить. Ну, ладно. Так вот, первое. Постройка полигона – это 3 года, с 2014 по 2017. Сегодня осталось уже 2 года. Мы уже начали строить полигон, экотехнопарк. И 300 миллионов, которые необходимо проинвестировать, как только мы построим полностью этот экотехнопарк, дорогие друзья, его рыночная стоимость будет стоить минимум 3 миллиарда долларов. Минимум, чтобы вы понимали. С Анатолием Дашнеминским, сколько мы общались, он говорит: Андрей, эта цифра очень занижена, такой экотехнопарк будет стоить не 3 миллиарда, а минимум 30 миллиардов долларов. Но я ставлю, знаете, как такой пессимистический прогноз, 3 миллиарда долларов. Значит, здесь акция, она уже будет стоить, вот мы берем 60 тысяч акций, 100 долларов, если вы видите, стоимость акций, 60 тысяч акций, которые стоят 100 долларов. И стоимость акции... Значит, 2 цента, а 0,2 цента. А когда построится экотехнопарк, будет стоимость активов 2,2 цента. То есть фактически за 3 года, а кто инвестирует сегодня, то фактически за 407% за 2 года. Это 200% годового дохода. Ни много, ни мало. Далее, строительство дорог. Мы смотрим 20 лет. В среднем по 1 миллиону километров дорог, я не показываю здесь там 3 года, 5 лет, мы сразу берем 20 лет, в среднем мы должны построить 20 миллионов километров дорог. То бишь эти 60 тысяч акций дивиденды могут давать, вот здесь даже в рублях. Так, как же это увеличить? Тут же есть как-то увеличивается, кажется. Нет, не вижу, как увеличить. Ну ладно. Так вот, дорогие друзья, стоимость, вернее, дивиденды только, если вот я не ошибаюсь, в год тут написано и в месяц в рублях, и доход вот в месяц 4 миллиона 431 тысяча в долларах, а в рублях 308 миллионов. А вот активы, сколько будет стоить 60 тысяч акций через 20 лет, когда мы построим 20 миллионов километров дорог, то ваш капитал будет стоить по рыночной цене 82 миллиона, ну почти под 100 миллионов. Это 3 миллиарда 700 тысяч российских рублей. Это стоимость капитала. Вот эта таблица, ее нужно знать, как ее показывать, чтобы вы показывали людям, вот смотри, через год что может быть, вот что может быть через 2, вот что может быть через 5, вот что может быть через 20. Дорогие друзья, поэтому это нужно понимать и осознавать, что дает и за счет чего происходит рост акций и дивидендов. Это та таблица, которую нужно понимать. И выгоды и преимущества инвестиций в SkyWay, еще раз показываю, венчурное инвестирование, мы являемся наиболее выгодным инвестиционным предложением сегодня. И как я всегда говорю многим, вот ты создаешь портфель, вот ты вкладываешь деньги старой экономики, да? Но возьми, положи хотя бы со всех этих денег 1% в SkyWay. Венчурное инвестирование SkyWay, да? Ты получаешь образование. А второй момент, если старая экономика рухнет вся, а мы быстро взлетим и мы зададим новый тренд, то только 1% он не просто покроет все твои расходы, он даст такую колоссальную прибыль, которую ты себе даже не представляешь. Ну или другой вариант, если старая экономика, мы вдруг ошибаемся, и SkyWay не получится, и старая экономика, она станет не старой, а стремительной, и она выровняется и пойдет вверх. Ну, то значит, ты ничего не потеряешь. В любом случае, диверсификация рисков, она обеспечена тебе. Вот это нужно понимать, и это нужно доносить людям, насколько мы выгодны по сравнению с другими инвестиционными проектами,